Приветствую всех, с вами Сенсей. Коротенечко, новая рубрика, новости. Она будет, значит, у меня расположена на канале YouTube, это эксклюзив на YouTube, скорее всего, так и будет. Но я еще закидываю переходы на другие каналы. Будет находиться это вот здесь, хочу всех предупредить. Но YouTube заходите, Сенсей портал, все равно, как вы там напишете, только через «э». Здесь во имя справедливости. Вот у меня здесь есть ролики, нажимаете и все ролики. Ладно, с этим закончили. Давайте, значит, разберем темы. Очень интересная тема. Я как услышал и обалдел. Значит, Виктор Бут. Это предприниматель, который осужден, значит, в США за торговлю оружием. Был у нас такой Ярошенко. Я вот был почему-то уверен в Ярошенко, что он ни в чем не виноват. Ну, это говорит о том, что этот предприниматель, я думаю, что его давно бы уже освободили, если бы он вообще ни в чем не виновен был. Но это не нам осуждать его, что там за дела, неизвестно. Но его бы давно поменяли, если бы он был бы интересен и ни в чем не виноват. Ну, оговорили и так далее, это пусть спецслужбы там решают и наши руководители. Но... Драматическая пауза. Вот эти ребята, есть такая контора, я бы назвал, по-другому уже бы не назвал, ЛДПР. Решили распиариться на нем, на Буте. И попробуйте меня в этом убедить. Это мое личное мнение. Это пиар-ход. После Жириновского, как умер Жириновский, пусть земля ему будет пухом, я его очень уважал. ЛДПР мне некоторые люди очень нравятся. Даже вот мне не нравится вот этот, именно когда вот он это делает. А так он мне нравится, как человек, хороший, я думаю, руководитель и все, разбирающийся во всем. Вот кто-нибудь может мне сказать, вот этот человек в чем разбирается? Вот вы его, ЛДПР, вот я обращаюсь, вот вы его берете сейчас, да? Пиар-ход такой у вас, чтобы о вас вспомнили, вас услышали, вы берете вот этого человека. Да, возможно, он умный человек, все. Он что, в ситуации разбирается? Он разбирается во всем, что происходит в России в данный момент? Вам не кажется, вы поспешили вот с этими ксивами? А это ксива, потому что их так выдают, видать, у вас. Сначала у вас были вот эти губошлепки, вы пиарились на всех подряд, еще при Жириновском. Ну, видать, все, у вас зачистка пошла. Жириновский всегда говорил, у нас зачистка. Может, меня возьмете? Я тоже ни хрена не умею. Вот я могу заливать ролики, буду вам ролики заливать. За деньги. Потому что он же не бесплатно туда к вам идет. Человек из тюрьмы, отсидевший более 10 лет, приходит и становится депутатом. Неважно, виноват он, не виноват. Он как ребенок сейчас в этой ситуации. Мне кажется, это поспешили. Ребенок в этой ситуации. Потому что он не разбирается ни в чем. Как он может за неделю разобраться в чем-то? Ну это какой-то беспредел. Это вот ЛДПР минус. Я голосовал за них. Всегда голосовал за них. Все, больше не пойду ни разу. Это что, это беспредел? Вы берете опять всех, кого подряд. То спортсменов набирали, что я не знаю, кто такие спортсмены, они жизни не видели. Они всю жизнь в спорте, им некогда было отвлекаться на что-то. Ну да, кто-то там сейчас молодцы и так далее. Но я про Госдуму уже говорил. У меня есть на канале «Во имя справедливости». Это, я считаю, что Госдума – это посредники. Она нам без надобности. Тем более в таком количестве. Она раздувается и раздувается. Там 400 уже с чем-то человек. Вот еще вот они в партии свои. Вот видите, возьмите меня. Че, хоть деньги мне платите. Чего? Я, глядишь, вам ролики залью. Хоть какой-то толк будет. От него-то какой толк-то? Я хоть в ситуации разбираюсь. Я знаю, сколько стоит хлеб. Как люди зарабатывают сейчас. Какой товар в магазинах. За сколько дней он гниет, когда его выкладывает гнилой товар, я все знаю. Кто правильно торгует, кто неправильно. У нас вот не русские торгуют фруктами, у них двери
открывается вовнутрь. Никто это не видит. Никакие пожарники, ничего, никто не видит, все закрывают глаза. Я на них пожаловался, что они расстелились на всю дорогу. Пришли власти, пожурили их. Кистень сделали из закона, кистень. Пожурили, через два дня они опять разложились. И опять то же самое. Ну что, повторных проверок не должно быть? Откуда они будут? Если к нам приходят вот такие люди, которые об этом вообще ничего не знают. Вообще ничего не знают. Он сидел в тюрьме, не у нас, а вообще за границей. Он что, книги изучал, бля, России? Мир катится в ад. И сейчас такая обстановка. Нас кинули. Вы смотрели это «Жмурки» кино? Мне вообще прям этот фильм зашел. Сережа, вас кинули. Вас кинули. Вас кидают везде, всюду. Россию кидают везде, всюду. И ни одного слова. Всех предпринимателей кинули? Кинули. Всех спортсменов кинули? Кинули. Они до сих пор раны зализывают и опять туда идут. Их опять кидают. Я вообще понять не могу, что происходит. Финансистов кинули? Кинули. Предприниматели кинули? Кинули. Правительство кинули? Кинули. И правительство. А мы все гуманисты. Чушь. И всем все сходит с рук. Пойдем дальше. Здесь это все закрываем. Вот эти звезды, которые у нас остались. Я с трудом вообще нашел звезд, которые у нас остались. На первой титульной странице у меня там есть. Где-то я сейчас лазил и потерял целый список звезд. Трудно найти было те, которые остались. Надо, это большая уважуха. Вообще Киркоров мне никак вообще не очень нравится. Он-то еще ничего. Этих я... Вы знаете, звезды мне... Но я с уважением к ним отношусь, что молодцы остались, поддержали нас. Вот, сразу видно, плевать, что он там кто-то что-то говорит или выделывается. Но они остались и не выделываются. А этот мусор, крысы с корабля побежали и ждут, когда он потонет. Да хрен мы потонем вам назло, мерзавцы, черти вы вонючие. Ладана почувствовали и побежали. А знаете, почему они побежали? А потому что счета у них там все. И сейчас их будут заставлять говорить мерзостно, чтобы сохранили они свои счета. Вот они предатели, видите. Вот и предателями я вообще плохо отношусь, да? А здесь я с удовольствием. Кого они предали? Украина — это Россия, это Киевская Русь. Что надо-то? Мерзавцы вы, поганые, говно там... Вонючие, там собралась эта шобла, она уже с СССР там собиралась, это вся подноготнина. А мы 8 лет ждали, что там ждало наше правительство, в том числе вы сами знаете кто. Что, спецслужбы у нас не работают? У нас ничего не работает. У нас только сейчас стали запускать эти космические корабли, которые бороздят небо, просторы нашей вселенной. Ай, блядь, никогда не забуду этот фильм. Вот они, молодцы. Почему нет? Почему нет-то? Они поддержали Россию и Украину, потому что там половина Украины России сейчас стала. А была-то Украина. Если кто-то из них, например, на Донбассе родился, почему их убивает знакомых, близких, а они должны поддерживать эту шоблу, клику эту вонючую? Мерзавцев. Фашисты, блин. Я вас каждый день отстреливаю, фашисты. Пусть в играх, но отстреливаю. Скажут идти на войну, я пойду. Сам я не пойду, там бардак. Это войне, там, я не знаю, что там. Они, мышиная возня, смотрите у меня на канале. Ютуб меня заблокировал, нахрен. Так, а вот здесь есть такие личности, которые еще что-то там рты начали разевать. Ну, мы вот думаем вернуться. То есть, гадалка такая, знаете. Мы решили вот вернуться. А может, там не вернуться? Нет, ну, наверное, вернемся. Вот эти вот кое-какеры, вот перед вами, вот эти вот. Недоноски, я считаю. Вот это недоношенные люди или переношенные. Их
Их не то, что в утробе не доносили или переносили, а именно государство не донесло и перенесло. Именно СССР и наше государство, вот это Россия. Если была бы жесткость у России, а вот это не сопляжусь, вот это на сколько гряню. Или вот эти, включаем Матанина. Вот у нас, вот сейчас вот у нас такое государство. И чуть под, на них поднажали, они... И пошло все под ними, они бежать быстрее. А сейчас, думаю, так оттуда свистят нам, мы тоже вроде, мы думаем. Что... Чтобы мы вообще их за мерзость не считали, они, да нет-нет, мы уехали, ну, может быть, мы вернемся. Вглядитесь в эти лица вон. Я лица специально не стал искать. Эти рожи вообще без надобности на них смотреть. Как они вообще могут при... Все вот эти вот, грузин этот, браслет этот ферритовый, или как у него там, черт его знает, он, космический браслет он все носил, рекламировал. Мимино снялся в одном фильме и всю жизнь зарабатывает. Всю жизнь на нас зарабатывает. И он до сих пор зарабатывает у нас. Вайкули, вот Вайкули, вы знаете, да, она тут, говорит, кормили, да, как я говорил. Так оказывается, у нее сеть там этих, как ее, парикмахер... парикмахерских, цирюльников, сеть, цирюлей. Так вот, ей уже там пригрозили, в Латвии, да, по-моему, что ли, я слышал, пригрозили, что, мол, вот, он, надо ее лишить гражданства, она СССР кормила. Ребята, я вам скажу, она до сих пор кормит, Россию кормит, платит налоги. Вон ее, гоните к чертовой матери. Так мы обратно ее возьмем. Поверьте мне, она скажет, да я вот, как Захарова про нее сказал. Ну да ничего, не переживайте, да, ерунда там, ерунду. А тут цепляться стали, законов понаделали, что сказать вообще ничего нельзя, ни про кого. Вот такие дела. У нас нельзя про кого говорить. А на Ютубе не говорить ни за кого. Вот так вот. Вот эти рожи. Вот что. Это вы думаете, это вот люди-миллионеры, да? Вот они без надобности нам. Я не знаю, насколько ее можно любить, если она взяла, хвостом махнула, сказала, вы все козлы, ублюдки, все, я за фашистов. Она согласилась ваш, не за Украину, а за ту мерзость, которая там сидит, бля, и режет всех военных солдат из своей и чужой страны. Там же братоубийственная война идет. Это не то, что там с Европой мы сейчас воевали, хотя и мы и воюем с Европой. И вот эти мерзавцы уехали куда-то, черт, рассадник там этот, как его, еврейский рассадник там. Как говорят, кто же говорил-то, кто-то известный, говорит, евреи хороши, когда они поодиночке, когда они все вместе, это очень плохо. Вот они туда и катятся, пусть везде. Ну. А у нас есть хорошие евреи, которые нормально здесь остаются. И за Россию, и за Израиль, и на два фронта, и молодцы, держатся, и все нормально. Ну. А этим надо обязательно сторону принять, конечно, потому что деньги-то все считают, да, за границей. Это же все арестуют. Они же, у них же руки трясутся, если они... Вы что, богатые люди, они самые жадные. Басоту, вот я по людям знаю, уже сколько лет кем только не работал. Басоты, они все простые, последние отдадут. Богатые, они умеют считать деньги. Ну. Они удавятся, им не надо, но они удавятся. Ну. Они сожгут их, но никому не дадут просто так. Ну. Вот такие дела. Вот на этой ноте и закончим, что все должны быть равны и работать на равных. Я считаю так. И надо смотреть не на СССР, а надо смотреть на новую Россию с задатками СССР. Тогда у нас все будет правильно, и все будут вместе, и жить будем шикарно. А пока это все, пока рак на горе не свистнет. А кто у нас будет раком, даже не знаю. И кого так доведут до этого положения, тоже неизвестно. Всего доброго, берегите себя, до новых встреч.